Вот так. Давай, в танец. Давай, в танец, сейчас все пойдем. Шел пятый день увлекательнейшего путешествия. Теперь уже, девочки, я вас познакомлю со всеми сестрами. Так, вошла в роль. Показала, какая. Сидят две красотки. Халюдя, что там? А Вика пошла, детям заказала Макдональдс. Позвони. Давай, дочь, пошла вперед. Пошла в дэнс. Давай, 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 танцуй. Буня, танцуй. Все. Все равно, что скажет кто-то. Ке браво, ке браво, рогаса. А, брависсимо. Халя, ты с нами не танцуешь, да? Мужик. А мы, девочки, будем в танце, да? Хорошо, молодец. Опа. Я хочу услышать голос. Где там мама твоя с Макдональдсом? Мы завтра всем цыганским табором едем провожать Кристину. Моя ласточка, давай, давай. Розочка наша. О, ну, иди, мама. С провизией. С провизией пришла мама. Все, идите. Не, алло, камон, алло, халит. Я не могу орать. Скажи, что есть, они будут здесь. Они... У меня в спальне не надо есть. Я им спальню отдала на развлекательные игры. Амина, давай на выход. Все на выход. В кровати у меня не надо есть. Клубитесь, делайте, что хотите, только без еды. Давай им тарелки какие-то чистые поставим. Я приготовила курочку с пастой, девочки все поели. Сейчас. Иди хоть детям возьми тарелки какие-то. Говорит, какие тарелки? У меня посуда, такое ощущение, что у меня живет цыганский табор в квартире. Там же лужка плавает. Да только приготовила, просто горячая лужка была, я не доставала. Амина, иди сюда. Амина, иди возьми тарелки вам. Халит. Тарелки возьмите, что вы как странные. Давайте. Взяли тарелки, салфетки, идите есть, что делайте, что хотите. Только не в моей кровати. Боня, это не для тебя. Вот так, у нас все музыкальные в нашей семье. Передай привет всем. Аминочка, передай привет. Привет. Давайте, деточки, садитесь. Мы уже открыли вино, которое Кристина нам привезла. Давайте, дети, располагайтесь, не стесняйтесь. Николь, ты тоже покушаешь с ними? Ну так ешьте, они же не дадут тебе. Боже, тут еды, я не знаю, думаю, можно свадьбу сделать. А что тут у вас? Амина, а ну сними вот эту штуку, подставь. Сейчас я вынесу мусор. Давай, садись с ними, кушай. Аминочка, давай по-женски распредели еду. Угощай все. Все, вот это мусор. Боня, а ты голодный тоже, да? Все голодные. А, вот вам трубочки ваши, пожалуйста. Что ты хочешь? Ну так вы поешь с ними? Да, я. Халя, ты что, не дашь картошки? Она кушала меня. Боже, какой ты жадный мальчик. Та дай ей хоть чуть-чуть. Амина, принеси ей маленькую тарелочку. Глянь, какая Амина щедрая девочка. Смотри, ешьте, мои зайчики. Кушайте. Будет весь мир. Я не перестану тебя любить. Мои зайчики, ешь-то. Откуда у меня сколько мусора, Роберт спрашивает. Ты что, говорит, коллекционируешь мусор? Да. Выбросим потом. Смачного. А? Что ты хочешь? А? Гляньте на этих трех. Троих. Трех. Как три сестры сидят. Гарні дівчата. Мої хороші. Я снимаю, передавай привіт. Ти хотіла привіт кому-то передати?
Привет, я все выставлю. Да, всем подписчикам привет. Всем подписчикам привет. Так, и ты, значит, была в трансляции. А что ж ты, скотина, ничего не написала мне? Так это хиба бачила, что тебе кто? Ты только матюча разбирала. Ой, страшные что творы. Я бачила. Зато я на каблуках, в платье танцевала, горцевала, как лошадь бешеная. Цветы свои бесконечно показывала. Ну, лаванда вообще. Говорит, ты постоянно по свои цветы показывала. Говорит, ты достала своими цветами в трансляции. Ой, яка ты вообще не агроном, я тебе скажу. Нет. Какие цветы у нас красивые. Ну, я же еще два куста роз сюда поставлю. Я их видела. Нет, еще два новых я куплю. Ты обрезала, да? Я еще два новых куплю куста роз. Да, там еще конечно. А, вот кто? Вот эти, кто новые? Это стоит уже полгода у меня. Лаванда новая. Лаванду я видела. Ну, а новых нет у меня здесь. Лимонию тоже. Лимонию. Лимонию, мадам лимон. Мальчишка симпатичный. И вот это я сейчас их так чуть-чуть подвигаю. У меня еще два куста роз будут стоять, конечно. Я хочу, чтобы у меня вообще было все в цветах. Чтобы меня было не видно, а меня услышат. Все так знают. Боже, пришли, блядь, в гости, обосрали меня, как могли. Ой, какой кошмар. Они любя меня обсирают. Передайте привет нашим зрителям. Что-то хорошего людям пожелайте, не? Слава Украине. Героям слава. Слава нации, смерть врагам. Кристина, а ну-ка, как Грузия поддерживает? Слава Украине. А Кристиночка прилетела, расскажи, с чем ты прилетела. Она в аптеке купила... Маски медицинские. Купила медицинские маски, Кристина. Зай, у меня голоса нет, можешь сама говорить немножко? Пожалей меня. На этом кулечке сзади написано «Слава Украине». Кулечек такой бумажный. Да, и там украинский флаг, и грузинский флаг. И написано «Слава Украине». Грузия и... А, Кристина наша, прям наша, ты шо? Кристиночка, а куда пойти русскому кораблю? Далеко-далеко. Нет. На три буквы. Говори. Я плохие слова. Говори. Да песня даже такая есть. Нахуй. Согласна? Ты мне разрешаешь это слово сказать? Она же за мной следит. Ну, вчера они с Робертом разговаривали. Кристина очень хорошо английский. И они с Робертом разговаривают. Она говорит, Роберт, я за ней слежу. Он говорит, Кристина, ты плохо следила. Она потеряла последний голос. Не уберегла. Я пила и пела. Курила, пила и пела. Я пошла просто вообще в разнос. Это на меня так влияет, этот темперамент грузинско-армянский, понимаешь? На дискотеку не ходили? Мы не были ни на одной дискотеке. Да куда я на дискотеку? У нее дискотека на дому, с выездом. Она меня заказывает, как девочек заказывает. Вот она меня заказала и здесь слушает песни мои. Я ей танцую, я ей пою. Как ты без меня теперь уже будешь, скажи? Я плачу, я говорю, не уезжай, пожалуйста, не уезжай. А ты без меня теперь скажи, как будешь? Я вернусь. Знаешь, какая у меня энергетика? Говорит, я вернусь, Карлсон. Я, как он улетел, но обещал вернуться, да? На следующей неделе. Приезжай, без подарков, без чемоданов. Продаст печень, скажи, продаст печень, не приедет. Ладно, всем самого хорошего дня, ребяточки.